сказалось ли качество газона именно на качество вашей команды? Естественно, это обеим командам, это сказать, потому что мы вчера говорили, такой поле не даст такой, как планируешь. Поэтому больше контакта, больше борьбы, и кто у тебя будет побольше выиграть, и кто из-за победы. По-вашему, какие переломные моменты были и недочеты вашей команды? В середине только второй тайм. Так в целом нормально. Хорошо оборонялись, хорошо атаковали. Игроку, какие впечатления? И ожидали ли вы такой победы, каким счетом? В гостях тем более. Конечно, мы не дальше мы дальше. Еще отварочный. Тут мы тянем. Тут мы тянем. Один шагарыш. Один шагарыш. Болтай ландыр. Келдім ойнамынын спасибо ошо балешкара сылабай деген оюн болду кыйын болду эне биздин удагында болду игра была трудная, мы знали то что трудная игра была будет но и болельщикам еще спасибо тоже поболели обеим командам все равно им тоже спасибо можно сказать ваша игра воздушный футбол, да, можно сказать, постоянно по воздуху. Передача. Это заставляет поле, еще раз говорю, потому что это заставляет поле. При таком газоне вряд ли кто-то кондиционный футбол сыграет. В ответ на матч другой футбол будет? Это на месте посмотрим. Еще есть на это. Еще вопросы?